Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. И сегодня, ребята, мы просто с вами глянем на свеженькую игру, которая называется Styx Shards of Darkness. Повествование идет про гоблина-воришку. Это вторая, кстати, часть, между прочим. Я играл в свое время первую, мне не понравилось. Ну и решил глянуть вторую. Сразу оговорюсь, ребята, игра на любителя. Тут, по большому счету, больше присутствует у нас стелса, чем прямых атак. Ну, в общем, все мы с вами сейчас посмотрим. Так, у нас здесь начинается заставочка. Как всегда, какие-то уродливые люди тут не дают таракану пожрать. Этот его чуть не выпил. А в это время у нас гоблинок наш проникает к людям. Я не знаю, где они тут, на какой-то территории, корабль или что-то. Ну что ж, давайте будем смотреть, все потихонечку разбирать. Выпиваем что-то, оп, становимся невидимкой. Так. Что это он такое сделал? Поаккуратнее, мудила. Это ты должен быть аккуратнее. Так, ничего себе, тут цепь, сундучок какой-то к цепи привязанный. Ребята, поднимайте тревогу. Тревога, тревога. Короче, началась тут тревога, паника. А наш уже гоблинок ворует сундучок. Вау. Нормально так, да? Да, что там думать-то? Взял просто руку, отрубил. Иди отсюда. Смотрите, да, вывеска. Гоблин в розыске. Ты жив? Все вперед, вперед! Какой-то пародия на Assassin's Creed. Что-то есть в нем такое. Ну и он все-таки хитрый, да? А, подбили. Но не тут-то было, ребята. Он их опять всех надурил. И приудачненько сматывается с вражеской зоны. Так, а это что еще тут за ребята? А? Типа нашли легкую наживу, да? Ну, я думаю, Styx не так прост. Уроды вы чертовы. Ничего себе, он их там растопил. А вот тараканчик получил свой кусочек хлебушка. Ну что же, вот у нас, в принципе, и начинается тут игра. Так, ну, камера, это понятно. Просматриваем влево-вправо. Все как обычно. Что дальше? Прыжок. Так, S, crouch. Присесть, понятно. Ну и что нам дает это приседание? Нам сюда надо подняться или здесь проползти, не пойму. Ага, проползти здесь. Ну ладно. А дальше-то что? А, двери. Так, ладно, открыли мы двери. Кто там прошмыгнул? Тут перепрыгиваем. Тут переползаем. Я не могу понять, тут обучающий или что? Или уже игра? Так, надо туда перепрыгнуть. Пока все просто и банально. Ну а далее что? Как нам здесь пройти? Ну, какая-то слишком маленькая дырочка, чтобы туда протиснуться, да, по идее, получается так. Ладно, давайте отсюда попробуем. Нет, ну отсюда мы явно не перепрыгнем. Это однозначно. Че, вдоль стены? Да, это мне никаким макаром вообще не поможет. Крадется мне, да? Ах, мелкий ворюга.
Так, что тут на факел показывают? Ага, можно, значит, тушить пламя. Ну, якобы, чтобы мы были в темноте постоянно, чтобы нас никто не видел. Ну что же, в принципе, это все и так было понятно, что мы как воры любим темноту. Слушайте, ребята, а вот так вот повиснуть и проползти там, это будет, наверное, самое оптимальное. Что тут у нас? Какое-то видение у нас. На R нажимаешь, и подсвечиваются всевозможные предметы. Где-то тут что-то вроде лежало, да? Стулья, хлам, чемодан какой-то или что-то такое. Ну, давайте попробуем. Нет, не получается у нас подпрыгнуть. Так, а это что такое за подсветка? Неясно. Здесь, значит, можно зацепиться. Ну, в общем, ребята, от безвыходности я сиганул и провалился. Ну, и сдох, соответственно. Так. Но теперь-то мы, наверное, вот так вот, ребятушки, надо здесь проходить. По краешку. Видите, была бы она русифицированная, было бы, конечно, бы все намного лучше. А так приходится допетривать все самому. И очень медленно. Цель у нас указана стрелочкой, как вы видите. Так, поползли. Зацепляемся и дальше прыгаем вверх. Там, как вы видите, тоже можно цепляться. Сейчас выше, еще выше. Еще раз скажу, что игра, ребят, на любителя. Кто вот любит такие жанры, тому стоит в нее играть. Ну что ты там забубнил опять, а? Так, ну что, поехали. Ага, замечательно. Так, запись прошла. Какой-то песок, а зачем ему песок? Дротиков нет. Три каких-то у нас шарика. Ага, песочные шарики. Какой-то гоблин сидит там. Что он делает-то? Жрет человека? А разве у нас гоблины жрут людей, а? Ну, есть какие-нибудь ганнибалы гоблины. Так, забираем это все. Трихомудию какую-то непонятную, которая здесь лежит. И для чего она вообще нужна? Так, а здесь нам не пройти. А как же быть? Ага, здесь выход. Нет, ничего подобного. Так, нам надо подняться выше. И потом уже по веревке спуститься. Ну, давайте попробуем. Давай ты запрыгивай уже, а? Стикс. Отлично, получилось все. Так, 60 метров у нас до цели. Так, что тут у нас? Мы здесь не допрыгнем. А если подняться еще выше? Так, а отсюда, наверное, еще выше, да? По веревке будет ползать, нет он? Ползет. Так, ну что же, пока вроде все идет нормально. Открыли двери. Ага, вот здесь вот мы сейчас с вами как раз и спустимся. Так, подождите, какой-то камушек или что это такое? Да погоди ты, главное не упади сейчас. О, отлично. Слушайте, я не обратно вернулся случайно, нет? Не, вроде бы нет. Так, что у нас тут? Веревочка. Ну что ж, давайте прыгать на нее.
прыгнул в первый раз из веревочки и свалился, и помер. Так, главное сейчас не помри. Ну что ты как этот, как кузнечик размазня. И долетел. Опа-на, там гоблинца быстренько испотрошили. Так, ну что, ребята, вот уже у нас и люди появились. Якобы обучение мы прошли, да? Ну-ка, ликвидируем этого чувачка. Опа! Замечательно. Получили одно убийство, что-то. Серебро. Так, интересно, а этого получится также в тихушечку, нет? Видите, у них есть поле зрения, слух. Они могут и услышать, и увидеть. Поэтому делается все здесь, ребятки, очень аккуратно. Малейшая ошибка, и все, тебя раскрыли. Так, 10 метров до цели. Ой-ой-ой-ой, там кто-то стоит у нас. Ну что ж, давай попробуем. Попробовали, ребята, раз 10. Валят меня здесь, хоть ты что делай. Сейчас попробуем новую тактику. Видите, дело в том, что они меня замечают. И этот придурок никак не сходит с места, где мне нужно пройти вниз. Вот сейчас будем пытаться проскользнуть. Отлично у нас получается. А там вы хоть заоритесь. Так, ну что, открываем двери. Заходим. Ну-ка. Ага, ребята, здесь можно прятаться в этих ящиках. Или сундуки, что это, я не знаю. Ну, знаешь, что можем прятаться, это хорошо. В принципе, это было и в первой части все. Правда, в первую часть я практически не играл. Так, глянул, ну, не понравилось она мне, как сделано. Очень много там багов, лагов было. Не знаю, будет ли здесь все это такое повторение. Ну, пока вроде бы идет неплохо. Так, смотрите, шоркаются здесь, ребята. Так, ладно, запрыгиваем в этот сундук и ждем. И ждем мы у моря погоды. Такое ощущение, что ждать бесполезно. Ладно, давайте выпрыгивать отсюда. Пока вроде этих образин не видно. Хотя где-то бродят. Но она-то, в принципе, какая разница. Тут что у нас? Ага, тут у нас для крафта. Ну, я вижу, у нас ничего абсолютно здесь нету, не хватает ингредиентов, как обычно. Кактусы какие-то непонятные. Ракушки, камушки. Все по старой стилистике. Ладно, давайте откроем. Так, стоят у нас там два обормота, да? Да, обормоты в тихомолку, что ли, стоят? Ты чё они там? Ну нет, смотри-ка, заговорили. Так, это у нас сальто было. Ой, сальто, кувырок. Ладно, не бубни там, давай это. Для чего это? А, песок, да, вспомнил я. Песок это тушить факелы. Так, ну что, расходятся, да? Расходятся они. Нет, почему-то только один ушел. Давайте вот этого паренька мы, наверное, ликвидируем, да? Нет, не ликвидируем. Давайте спрячемся здесь. Спрятался тоже мне. Ну-ка, прыгай в сундук. Все, будем здесь сидеть. И не вылазить, как говорится. Какого лишь вот ты делаешь, а, упырь? Ну-ка, отпустил меня. Ох, мне еще пинка дал. Ну-ка, давайте, ребят, сматываемся отсюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Да пока ты откроешь эту дверь. Ты... Ну-ка, давай. Сюда-то можно? Нет. Спасибо.
Попытка номер 5. Так, ну что, разошлись они вроде бы, да? Давайте-ка еще разочек. Сейчас мы подождем немножко по-другому. Сейчас он здесь подойдет к стойке, что-то там поколдует над своими пельмешками. И мы его хряпнем. Так, пора, по-моему, ребятушки, пора действовать. Стикс выходит на охоту. Да что ты делаешь-то, трихомудень? Профукал момент, ребята, профукал. Ножик он там свой точит, а? Так, вот теперь, кажется, пора. Все, я сосредоточен как никогда. Иди сюда, поваренок. Вот так вот, так-то будет лучше. Тихонько, парнишка. Лежи без шума. Так, а нам что, надо идти, наверное, наверх, ребята? Так, что это такое? Да ты что? Твой удачный день. Да, 70 метров нам до цели. Идем потихоньку, не спеша, ребята. Что тут у нас такое происходит? R, кнопка R, активировать зрение. Ага, смотрите-ка, в этой комнатке у нас сонное царство, оказывается, да? Один спит, другой тут ходит, караулит. Смотрите, этот спит и показывает, главное, куда он смотрит. Да, очень забавно. Что-то целей дофига, 25 метров, 46. Так, а тут-то что за парнишка у нас? Расслабляется на балконе. Может убрать его, а? Чтоб не мешался лишний раз. Хотя там этот ходит. Шумиха будет, прибежит, наверное. А если по-быренькому? Оп, оп. Тихонько. Давайте его, ребята, утащим. Лежи вот здесь вот в сундуке. Вроде пока все замечательно. Мне, в принципе, устраивает. Ну что, какая у него там траектория его похода? По кругу, да? А давайте-ка его уберем. Чека, чека! Какого хрена ты проснулся? Иди спи, блин! Ну-ка, давай в рукопашку! Ну-ка! Че такое? Че, сынок? Да, он меня побил, ребята. Очень плохо. Повторим. Иди-ка сюда ко мне, сыночек. А может быть, его не трогать, а? Вроде бы пока он нам не мешает. Что это такое у нас? Какая-то книжка? Активировать. Опачки. Какая-то секретная комнатка у нас тут, ребята. Все мое, все мое. Все загробастаю. Блин, смотрите, какие здоровые лежат сундуки. И я их не могу открыть, а? Ну что за незадача-то? Обидно. Всего 3 камушка в какой-то секретной комнате. Так, ну что, ребята, у нас выбор невелик. Либо туда, либо его кик. Оп. Так, пойдем, парнишка, полежим в ящике. Я знаю, что тебе тут нравится лежать. Там темно, сухо. Мухи не кусают, так что... Все будет тип-топ. А я пока займусь своими делами. Так, а у нас тут показывается бочонок. В бочонок можно спрятаться, получается, да? Иди, спи. Нечего тут бродить. Так, пора, наверное, ребятушки, пора. Куда, в бочку нырнем? Смотри, какой проныристый, а? Вмещается в маленькую бочку. Неплохо. Что я могу еще сказать? Так, ну, а мы... Тем временем... А что мы тем временем можем сделать? Ничего. Убить его нету смысла. Этот проснется. А этого ликвидировать, который спит, тоже мы не успеваем. Что нам остается делать?
грохнуть, если только его и убежать. А почему бы и нет? Почему здесь нету метательного оружия, а? Раньше бы он... А, у нас есть, но просто в данный момент его нету. Потому что мы не скрафтили. Ну что ж. А если попробовать втихую, а, пробежаться? Давайте попробуем вот эту дверь открыть. Получится, нет, как вы думаете? А ну-ка. Что такое? Что такое? Что? Я никого ничего не делал. Ах ты, ты смотри, он услышал шум. И проснулся. Будем сидеть в бочке. Как огурец рассольный. Так, ладно, не нравится мне здесь сидеть. Так, куда-то мы упали. Непонятно куда. Давайте-ка глянем в щелочку, что тут у нас. Вроде тишина. Ой, ребята, а вот тут как-то мне не очень... Помните, да? Это место. Интересно, успею я пробежать по-быренькому, нет? По крайней мере, сейчас они на стреме и кого-то ищут. Ну, естественно, ищут они меня. А я попробую пробежать. Давай. Молодчага. Тут уже ничего не скажешь. Блин, я пришел практически на самое начало. Так, вот они, пельмешки. Вот они мои 68 метров. А эта комнатка почему у нас закрыта, а? Непорядок. А, подожди, она же была открыта у меня. Почему? Нет, вру. Мы же через окно в тот раз залазили. Удивительно, да, ребята? Они вроде бы все патрулируют, все как бы секут. А то, что открылась дверь сама по себе, это для них как бы так и должно быть. Все нормально. Да и уйди ты, стул, отсюда. Под ногами тут мешаешься. Так, ну что же нам сделать-то, ребята, а? Как нам здесь пройти, пробежать, я не знаю. Дверь осталась-то открыта. Как-то пробежать надо, а как? Я ума не приложу. Мимо этого спящего, что ли, пройти туда наверх нам? Или там не наверх, по-моему, просто коридор. Как-то они так нелепо смотрят, если честно. Где же наш радиус обзора и так далее? Ладно, прячемся пока. Сейчас бы был бы какой-нибудь дротик, да? Прямо из, как из амбразуры. На, спи дальше. Вечным сном. Но нет. Нету у нас, к сожалению, ничего. И этот аглоед тут ходит. Ладно, вот сейчас он пройдет. Мы, наверное, выпрыгнем. И пойдем туда, в коридор. Вот сюда, ребята, повернем. Ну, а здесь-то у нас что? Какую-то склянку подобрал непонятную. Ага, парнишка здесь еще один ходит у нас. Графика, конечно, ребята, если честно, тут подхрамывает. Уж больно она как-то нищенско сделана, или как, я даже не знаю это назвать. Но для современных игр, мне кажется, она очень сильно отстает. Пора-ка тебе спать, братишка. Тихо, тихо. Главное, без шума, ребята. Давай-ка. Отдохни маленько. Так, а мы эту штучку поднимем. Я не знаю, что мы такое поднимаем, но что-то есть. Так, что у нас тут? Бочка. В окно, что ли, сигануть? Давайте-ка глянем здесь, что у нас такое. Пси, а смысл тогда этой двери? О, тихо, тихо, тихо. Там у нас ребят... Ребятушки опять что-то бубнят. Ищет гоблина, то бишь меня. I don't think I'm made for the job. Those things scare the hell out of me. Yeah, it's true. You wouldn't last a day, and there's some real hard cases. Куда вам до меня, сосунки?
Я ж хитрый гоблин. Хитрый вор-гоблин Стикс. Ух ты, а их тут дофига, ребята. Вверху, прямо и внизу там кто-то шоркается. И что же нам тогда изволите делать? Вверх идти или вниз? Но этого я не успею грохнуть однозначно. Поэтому, наверное, нам придется все-таки как-то попадать вниз. А если быренько подняться наверх, когда этот... Нет, тот пропалит нас. Вот такие вот, ребятушки, надо будет гадать и разгадывать нам постоянно. Тихо, тихо, не суетись. Загадки, тактику, как лучше сделать. Как лучше пройти, как спрятаться незаметно. И как выкрасть получше чего-нибудь дорогостоящего. Так, он идет сюда, что ли, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо. Тихо, братишка, тихо. Что с твоей физиономией, а? Ты когда-нибудь себя в последний раз в зеркало досмотрелся? Кривомордый ты мой, а? Иди прогуляйся дальше. Что ты тут собрался делать? Совсем, что ли, с ума с катушек съехал? Че ты в стену-то бьешь? Приколачиваешь картину? Ну все, 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 приколотил, иди отсюда. Красиво смотрится, молодец. Гуляй, Вася. Опа, а я тебя обманул. Так, тихо, 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 тихо. Ребятушки, успокойтесь, там все пучком, все нормально. Так, тихо. Какого лишнего ты глянул в эту бочку, а? Так, ребята, давайте сматываться. Сматываемся. Куда тут бежать-то можно, а? Давайте вот под эту штуку спрячемся, а? Получится, нет? Так, и будем здесь сидеть. Мы в домике. А музыка тревоги, если честно, меня очень сильно бесит, раздражает просто. Могли бы какую-то нормальную музло врубить. Фу-фу, чё ты там смотришь в эту бочку, урод? Меня уже там нету. Заклинило тебя, что ли? Иди гуляй. Чё ты тут ходишь? Ты смотри-ка, зараза, меня что ли пропалило, а? Или мне кажется? Слушайте, по-моему, он меня пропалил. Да заткнись ты там. Слушай, заглохни, пожалуйста, а? Раздражаешь меня своим криком. Сволочь. Так, погодите, а этот-то какого лишь? Он тут уже стоит передо мной, а? Иди помой ботинки свои, сапоги, блин, воняет невозможно. Вроде бы успокоился, да? Ну что же. Тревога прошла нас стороной. И это меня радует. Одного-то мы, главное, грохнули. Так, давайте отсюда выходить. Получится, нет? Так, вроде тихо там. Ёлки-палки, ребята, у меня отмычки, оказывается, нету. Тут еще нужны отмычки, чтобы открывать двери. Так, тельце. А куда мы это тельце денем-то? В бочку нельзя. Слишком большой он, типа, да? Тихо, 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 тихонько. Я же сказал, я в домике, все, нет меня, успокойтесь. Тихо, тихо, тихо. Какого лешего? Как ты дотянулся? Урод вонючий, блин, паразит. Фак. Так, ладно, ребята. Меня они разнервировали уж чересчур. Да, 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 давайте дуйте отсюда нафиг по-хорошему, пока я тут что не набедокурил. Какого лешего ты свистнул, дебилоид, кусок дебила? Это ж надо было так тупануть. Ребята, я просто проверял кнопочки и нажал нечаянно на свистульку. Я ж не знал, что у него есть еще свистулька. Теперь буду знать. Так, ну я вроде бы выбежал туда. И вроде бы как здесь спокойненько. Ну, по крайней мере, так кажется. Ну, а музыка, ребята, как ни крути, дебилистическая. Просто у меня нет слов. Она меня раздражает, нервирует. Я не знаю, что с ней делать. Я, наверное, ее вообще бы, будь моя воля, отключил бы. Ну, так будет, наверное, очень слишком тихо.
Хотя тишина, это наш друг. Почему бы не выключить? Ладно, ребята, это мы, наверное, сделаем чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу здесь немножко покуролесить. Так, это куда вообще идет? А, ну это... куда я запрыгивал, да? Ладно. Какого лешего ты меня заметил, хмырь? Что там делает? Он меня кидает с чем-то. Вы посмотрите, а? Эти уроды и с мечами, да? И с дротиками, которые подкидывают. А у меня, значит, что? Только лишь свистулька? Молодец. Свистунок, блин. Так. Ну что же нам тогда делать-то получается, ребят? Да заткнитесь вы там и успокойтесь уже. Хорош, все. Нет меня здесь, я ушел. Погодите, а какого лешего этот живой-то? Ах, елки-то, моталки. Ну да, меня же убили, конечно. Как же я забыл его. Ну ладно. Ну, когда успокоится-то все это? Все, нет меня, успокаивайтесь давайте. Будь не на... Смотри, а? Жучара просматривает шкафы. Все, тихо, тихо, тихо. Все нормально, ребята. Все спокойно. Жизнь идет своим чередом. Вы делаете свои дела, а я делаю свои. Так, ну мне сейчас надо понять, что мне здесь вообще надо сделать, а? Так, ну что ты, не можешь допрыгнуть до этой верхней полочки? Смотри, допрыгнул, молодец, молодчага. Так, давайте поднимемся. И что тут у нас? Жалко, здесь не так, как в Ассасине, да? Спрыгнуть и сделать мгновенное убийство. Так, тихонечко, тихонько ты тут шоркаешься. Ну что тебе это надо здесь, а? Вот прямо отсюда прыганул бы, а? Хопа, и нет его. Итак, фух, в невидимость. И куда-нибудь под лавочку чмык. И сидел бы, ждал бы себе спокойно следующую жертву. А тут я просто стою в тупике. Так, давайте-ка, ребятушки, отсюда попробуем уйти. Так, тихо, тихо, не надо мне тут никаких свиристелей. Так, а что я, что мне вот это вот место дает? Так, тихонько, тут еще два паразита лазят. Слушайте, я в какой-то ловушке прямо, а? Может, в бочку сигануть что-то, а? Как вы думаете? Ну, этих двоих это, безусловно, мне не одолеть. Причем сразу. Так, тут вниз можно провалиться. Туда прыгать не стоит. Вот незадача. Ребята, вот такие задачи придется вам решать на протяжении всей этой игры. И причем это только первый уровень, ребята. Первый уровень. Первый, я не знаю, там из скольки, там сколько здесь, а? 50, 60 их. Ух ты, ребят, смотрите, какая-то бочечка лежит. А что ты так обрадовался, а? Ну давай толкнем ее. Оп. Ну и что? Какая-то бочка с ядом была или с газом ядовитым. Куда мне идти-то? Так, ну там ходят патрули. Так, ножик вроде, да, какой-то лежит? Или мне кажется? Нет, не кажется. Отмычка. Ну, давай, открывай тогда, чё ты? Так, замечательно, заходим. Это еще что за паразит тут бегает? Иди отсюда. Пришел тут за моим... Гаденыш, видимо, тут лежало... Чем поживиться... А он, видимо, украл, а? Ну, мелкий слащавый гоблинок, а? Эх, ладно. Так, ух ты, рукояточка какая-то. Давайте-ка ее, ребята, активируем. Ага, замечательно. Давайте нажмем. Нажал, ядрить. Аккуратнее, аккуратнее так. Опа, нет, чувачка. Видите, его просто кислотой разъело. Так, давайте мы сюда спрыгнем. Здесь этот оболтус где-то ходит. А, вот он. Что тебе здесь надо, а? Что надо тебе, я не понял. Молчишь? Ну, тогда и сиди здесь. Так, давайте глянем, что там у нас. Тишина. Пошли отсюда, ребята. Пускай этот оболтус тут сидит дальше.
Опачки. Так, нам надо, надо с этой рукояткой что-то сделать. Да какого... А какого фига сейчас... Какого хрена происходит? Я не пойму. В тот раз, значит, он сделал там какую-то гадость, я не так и не понял, что он там сделал, если честно. Потом куполом этим ему досталось. А сейчас он еще и поднял тревогу. Так, ну-ка, давайте-ка. Ясно, ребята. Тут еще разные кнопки. Кнопка мыши это одно, а кнопка Е это совсем другое действие. Так, забираем этот хлам, этот весь. Все, как говорится, пригодится. Песочки в карман. Ты бы еще в носки себе этого песка бы засыпал бы. Так, это значит, получается, что если кто-то захочет поднять тревогу, его звезданет этим колоколом. Неплохо придумано, ребята. Так, ладно, давайте мы немножечко здесь пошелестим. Как ветер в ночи. Как крысы подпольные. Давайте глядеть, рассматривать все. Так, ну что у нас тут? Тут у нас, по-моему... А, нет, нет, стоит какой-то оболтус. Высматривает. И еще один ходит, патрулирует. Давайте этого ликвидируем. Опа-на! Все чики-пуки. Так, давайте его скинем. Получится? Да, ребята, вот здесь вот игра обосралась, если честно. Почему я не могу, например, скинуть его с обрыва или пролезть с ним вот в эту дыру? Да. Этого, конечно, я не ожидал от нее. Это упущение, я надеюсь, они его... Как сказать? Они его. Кто они его? Я же не комментарии пишу для разработчиков. Я просто делаю маленький обзор. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Что ты там не можешь поверить, сынок? Сейчас все будет нормально, когда финочка окажется у тебя между лопаток. Ты сразу поверишь, что Гоблин Стикс существует. И мало того, что когда ты будешь валяться полудохлый и просить у меня пощады, я буду чисто и нагло обшманывать твои карманы. Как тебе такой расклад, а, парнишка? Какой же ты безобразный, как ты коряво выглядишь. Иди сюда, родной. Вот так вот, вот, понял? А я тебе о чем говорил? Я тебя предупреждал. Не стал меня слушать, идиот. За это и поплатился своей маленькой ничтожной житенкой. Да какого фига я под стул залез вообще? А, ну понятно, я все время ползаю здесь украдочкой. Поэтому мне надо встать в полный рост, чтобы я мог дотянуться до этих предметов. Идиотизм полнейший. Так, ладно, что здесь у нас? Какая-то вообще непонятная конура, и там, по-моему, ничего нет у нас. Ну, тут, смотрю, ребят, предметов довольно много разбросано. Так, а можно что-нибудь сейчас сделать, а? Ура, я сделал один дротик. Интересный другой вопрос теперь, как этим дротиком воспользоваться? А, ребята, кто-нибудь знает? Так, ух ты, смотрите, сколько здесь предметов. Нет, эту вкусняшку я должен забрать. Так, а тут что у нас? Какой-то... Смотрите-ка. Маленькая шкатулочка была. Вот это мне фартануло, ребята. Так, ну что, опять не могу ничего сделать? Идиотизм, блин. Ну и что дальше? Дверь, проход. Трупак. Ну, трупака, ладно, мы бросим сюда, пускай он там лежит. Типа скрыли улики своего присутствия. Так, ну давайте обойдем здесь. И что, ничего абсолютно здесь не дает. Для чего вот этот выступ сделан, а? Чтобы я прыгнул в воду? Как говорится, прыгнул с мостика. Да, глупо, конечно. Ладно, давайте. Выхода нет, как говорится, всего лишь одна дверь. Всего лишь один проход. Нет, я вру, два. Есть вверх и вниз. Тихо. Ого, их тут сколько, ребята. Ну это, что ты тут стоишь-то на стреме? Что, увидел меня, что ли? Пропалил маленько? Это тебе показалось, это крыса там просто пробежала. Давайте, в расход. Вот это другой разговор. Что, все на одно лицо-то, елки-палки, а? Вам не могли сделать как-то, я не знаю, разнообразить тут-то?
людей. Какую-нибудь мимику сделать. Вы все какие-то марионетки, елки-палки. Ладно, не будем дальше придираться, но тем не менее стоит. Стоит высказать свой негатив, который у меня накопился, пока я играл сейчас. Ладно, ребята, мы прокрадываемся с вами наверх. Наверх идем. Так, тут у нас две двери. Что опять? Ну давай сделаем, и чё? Молодец, как ты вовремя это сделал? Прям я не могу, а? Так, это моё. А, нет, вру, ребята, тут даже три двери у нас. Раз, два и три. И, как всегда, у меня нет наверняка отмычек, да? Тихо, тихо, ребята, вы там успокойтесь. Никого здесь нету. Куда я вообще иду, а? Куда мне... Тихо, куда цель-то у меня? Путь, дорожка-то 26 метров. Ну, давайте посмотрим, что там на 26 метрах. Так, а болтус один здесь бродит. Че он тут караулит, интересно мне знать, а? Сынок, выйди сюда, дам пирожок. Или как оно там? Высуни головушку, дам тебе по головушке. Давайте посмотрим, что здесь. А, здесь ничего, да? Ровным счетом ничего. Значит, этого балбеса можно... Куда он? Я думаю, его можно тут прирезать потихонечку. Потому что больше здесь ничего нету. И никто его не услышит, и никто его не увидит. Давайте. Пора. Опа! Нормально, нравится тебе? Так, а это что у нас такое? Ух ты, мы отравили воду им. А кто ее будет пить-то вообще, а? Какого хрена? Блин, меня увидели. И это было все? Так, надо его спрятать. Так, пускай он здесь валяется, а? Я думаю, здесь его никто не пропалит. Ну что, будем травить воду или нет? Нате вам, мои блевотни туда. Это все, как говорится, мое. Я вот не знаю, стоит ли спускаться вниз вообще, а? Или идти дальше по коридору? Опа-на. Тихо, тихо, тихо. Там, стой, нормально все, меня не видно. Пронесло вроде, ребята. Так, что здесь можно сделать, а нам? Давайте глянем. Можно спрятаться в эту бочку. Тихо, да. Ёлки-палки, ребят, вроде не пропалил пока. Ох, а сзади еще чувак стоял. Как-то я его упустил. Пора с ним заканчивать. Не no-no, а yes-yes. Так, тихонько, будем здесь пока стоять. Чё такое, они идут сюда? Да ядрите на корень-то, а? Да, ну ладно, еще разочек давайте-ка. Так, давайте отравим воду. Это все мое. Так, что же мне делать, как быть, а? Этот трупак мы отсюда убираем, естественно. Его запалят так или иначе. Ну, а мне дальше надо... Куда? В бочку вот опять что ли нырять, а? Или куда-то можно пробежать. Давайте вот здесь постоим и попробуем его прирезать, когда он сейчас будет проходить мимо нас. Если он будет проходить. Идет красавчик. Пора. О, так вот будет хорошо. Тихо, тихо, тихо. Ничего не происходит, ребята. Здесь все чисто. Давай, 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 Стикс, ну резче. Че ты, это вроде такой здоровый качок, гоблин-качок. Несмотря на то, что ты мелкий, какой, блин, шустрый, все такое. Так, че там ходит этот сморчок? Так, он, по-моему, у нас будет следующим, ребята. Надо ликвидировать. Никого больше нету? Вроде нету. Надо его ликвидировать.
иначе он нас заложит. Или поднимет сирену, или тревогу. Ну, тихо, тихонько, тут еще, оказывается, кто-то стоит, а? А смотрите, а так и не видно его, да? В темноте там пригрелся. Ах ты, буржуйная ты морда. Так, вот теперь незадача, а? Смогу ли я вот этого вот грохнуть, чтобы тут ничего не запалило, а? А давайте попробуем. Так, он пошел куда-то. Непонятно куда и непонятно зачем. Давайте немножко посмотрим, что там делает. Тихо. Что такое? Да какого он хрена-то, блин, а? Стикс, ты можешь встать, ядрить твою налево-то, а? Что ты ползешь-то, как таракан, блин? Ой, идиот. Давай хоть перепрыгнуть сможешь? Смог. Молодец. Красота. Ну, лучше не придумаешь. Какая-то уже попытка, ты уже и забыл даже. Так, тебя прячем. Это опять же, этого грохнуть это. Вот когда, блин, не надо, он бежит в полный рост. Когда надо, от него не дождешься. Давай, забирай свой камень и пошли отсюда. Давай, будем этого Не, ну как тот все-таки пропалил меня? Я не понимаю этого. Он же вроде не патрулирует, не ходит. Как так умудрился он? Так, ну ладно, этого сейчас мы шваркнем однозначно. Почему ты успеваешь, гад, что-то всхлипнуть, когда я тебе собака рот закрываю, а? Недоработки чертовы. Даже здесь они есть, а? Так, что вы там пропалили? Что? Ничего не было. О, ребят, смотрите, трупаки ожили. Оп-оп-оп, а, двигаются. Нормально это называется? Это нормально, называется физика тел. Трение, я бы так сказал. Ладно, да, а нет, смотрите-ка. Щеглоухи-то вышел, ребята. Ну что ж, давайте его ликвидировать тоже. Ну вот. Вот этого я и хотел добиться, ребята. Но зато теперь моя совесть чиста. Я ликвидировал 3 мудачей. А, нет, вру. Ты смотри, как они синхронно двигаются, а. Прям ноги там друг на друга положили. Красота. Так, нате вам плевок сюда. Так, давайте-ка сюда, наверное. Нет, вот сюда глянем. Что это вообще за комната? Куда она ведет, а? Тупик, что ли? Нет, не тупик. А смысл в этой двери есть или нету? Это куда-то у нас наружу выход. Я думаю, он пока нам не нужен. Мы пойдем, сходим все-таки туда. Ну что, где-то у нас здесь стоит этот писарь, или как его там звать? Кто он там вообще, разработчик какой-то? Ну, я имею в виду разработчик в игре. Где-то он здесь вот, да? Он что-то там изобретает, пишет. Так, ну все, он свою отписался, это однозначно. Кузнец. Оп, опачки. Пора в люлю, как говорится. И теперь я заберу твои чертежи. Хотя тут какая-то шкатулка лежит. Ну я-то парень простой, мне и шкатулка пригодится. Ну, что теперь? Потушим вот это вот все дело. Что это за кактусы такие, не пойму я, а? Кактусы, яйца, я даже не знаю, как их назвать-то. Яйца. Зашибись. Это, оказывается, ребята, были яйца. Все должно быть в темноте. Так, ну давай, пригнись. Кстати, ребята, можно было вот здесь вот пригнуться и грохнуть его, когда он здесь подходил к столу. Да, ну это мы узнали только после того, как его убили. Так, ну что у нас тут, двери? Тут у нас двери, которые мы открываем, естественно. Выходим наружу.
Все дело происходит у нас ночью, ребята, как вы видите. И идем куда-то наверх, где опять же открыты уже двери. Тихо. Где-то, ребята, они здесь рядышком шепчутся. Так, ну вы поняли, да? Они за стеной. Хотя это стеной-то не назвать, это какая-то перегородка. Так, ну что ты здесь шоркаешься? Иди отсюда. Здесь никого нету. Все отсюда давным-давно ушли. Слушайте, смотрите, люстра. Может быть, его люстрой пригреть? М? Как вы думаете? А получится ли у меня? Так, эти два балбеса стоят внизу. Здесь нужно включить все свое остроумие и обоняние. Куда ты залез? Ага, все, все нормально. Ну, где ты там? Я готов. Я не вижу его, ребята. Я потерял след. Ну, а ты что стоишь там в проходе? Иди сюда. Дам тебе по голове люстрой этой. Не хотят они делать, а? Ничего не хотят. Так, нет, он прошел мимо. Блин, хоть как-то привлечь внимание. Где моя свистулька, а? А зачем мне свистулька? Свистулька, он посмотрит наверх и поднимет шумиху. Здесь надо действовать более хитрым образом. Ну, а каким, я ума не приложу. Ну-ка, пускай летит эта люстра. Ну, подняла шумиху, что да. О, смотрите-ка, ребята, а что это такое у нас? Воздушный шар. Может быть, мне на него надо сигануть, а? А ну-ка, летим отсюда, шарик. Прилетели. Что? Что там невероятное, а? Что там такое? Ой, ребят, что это такое? А, это мой портрет. Мой розыск, типа. Ну что ты там заверещал, а? Тихо. Пропалил. Какого хрена ты вылез, блин? Бубнит там сидит, блин, сволота. Давай дротиком, что ли, я не знаю. Все, угомони, еще раз верещался-то там, я не могу понять. Постер, со своим постером, плакатом, ну что дальше? Так, что? Где? Куда они ушли-то все? Ну, по крайней мере, их здесь нету, и тревога вроде бы как спала. Так что, ребята, пока все нормально. Только что делать, я ума не приложу. А как действительно воспользоваться? Так, а это что? Тут у нас... Ну ладно, давайте песочком. Почему нельзя песочком им в глаза пульнуть, а? Что это такое? Это нам не надо сейчас. Так, вот, невидимка. Я невидимка. Да, уж больно быстро она тратится, смотрите. Все, кончилось. Я даже не успел подумать, стоит ли мне выходить или нет, как она уже кончилась. Бред, бред, конечно. Ну и что? Опа-на, как я, круто. Выпендрился, елки-палки. Это я опять, ребята, решил посмотреть кнопочки, а кнопка F, оказывается, у нас это перекат. Теперь я буду знать, что кнопка переката это F. Что там такое? Миссия, скиллы. Скиллы. Ууу, ребят, смотрите, какое древо. Тик-тик. Вот еще бы на русский бы язык бы. Было бы вообще замечательно. А так, ничего не понятно. Ассасин, хидринсин. Три цели у меня здесь, понятно. Мне надо выполнить всего одну цель, чтобы выполнить здесь вообще задание. Логично, оригинально. Только знать... Куда ты прибежал-то, олух? Что ты делаешь там? Эй, успокойся, у меня жизни не так мало. Все, по-моему, отдупился, да? Нет, успел я. Успел, и будем здесь вот сидеть до последнего, пока не состаримся, не умрем с голоду. Так, а это куда я поднял? А, это где я люстру скидывал. Да, это невероятно, куда он делся? Да вот я здесь, ребята. А вот сейчас бы люстра бы как раз была бы, кстати, ребята, да? Ай, красота была бы. Да, все как-то... Все как-то с опозданием идет, я не знаю.
Ладно, ребята, ну что, на этом я буду заканчивать свой небольшой такой обзорчик. Но, как говорится, если вам понравилось, пишите, я продолжу. А так, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока. Cheese, please. This is gonna take time. Bouncing the top of nigga, you can't stop. Bounce.